Внести изменения в городской бюджет на 2024 год предстоит депутатам. Они связаны с его ожидаемым исполнением с учетом фактического поступления доходов за последние 9 месяцев на сумму почти 59 миллионов рублей. Увеличенные межбюджетные трансферты на 2 миллиона. В этой связи изменения коснутся расходной части. Дополнительные средства планируют выделить на разработку проектно-сметной документации, на проведение ремонтных работ в учреждениях образования, на приобретение основных средств и материальных запасов и ремонт организации культуры, для службы гражданской защиты населения, на оплату задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. На проведение капитального ремонта магистрального водопровода от улицы Больничная по улице Пушкина до улицы Комсомольская 1 400 000 рублей. На мехуборку улиц МБУ УБДИХ 5 604 000 рублей. На оплату услуг АОРС по эксплуатации электросетевого хозяйства 206 000 рублей. Также увеличен резервный фонд администрации на 2 миллиона рублей. Общий объем расходов бюджета составит порядка 3 миллиардов 713 миллионов рублей. Дефицит не изменится. Это почти 271 миллион. Источники гашения – остатки средств на счетах на 1 января 2025 года. Также сегодня на депутатских слушаниях говорят и о подготовке к отопительному сезону. Работы, отметил директор управления ЖКХ, было много. Меняли магистральный трубопровод, ремонтировали котельные, заготавливали ресурс. За местные средства прокладывали водопровод. Частный сектор где-то 200, где-то 600, где-то 150 метров. В настоящее время текущий капитальный ремонт выполнен в полном объеме. Произведен на 4 водозаборах, насосной станции, а также очистных сооружениях. По канализационным сетям тоже все подготовлено. Всего 11 вопросов рассмотрели народные избранники сегодня, в том числе и о прекращении полномочий депутата по одномандатному избирательному округу номер 10 Сергея Гридина. Окончательное решение по всем будет принято 23 октября на очередной сессии.